Приветствую, друзья! Хочу показать бустер, обзор небольшой, которым я работаю. Покупал не с дорогих, фирма вообще непонятно какая. Вот он еще пленочки, KST там непонятно какой. Не брал с дорогих, хотя были еще дешевле. Обычно комплектация, большой экран, трубка эта специальная, плоская такая вот. Так. Здесь у нас есть манометр, кран, штуцер быстросъем и срывной клапан. Все. Собственно, все. Сама рукоятка. И вот вам целый бустер. Самодельный не делал. За этот давал 2000 гривен. Доволен, работает. Вот сейчас покажу вам в деле, как он работает. Вот смотрите, есть у нас вот такое кольцо от X-а. Диск широкий, шина узкая. Ну вот так, видите, получается, работает бустер. Раз и все. Хороший вспомогательный друг в таких ситуациях.